Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. А у нас сегодня масленица. А у нас сегодня масленица. Прилетела ластовица. Масленица, этот праздник пришел к нам с дохристианских времен. Празднуется этот праздник за неделю до Великого Поста, за 7 недель до Пасхи. Как раз в это время после зимы телились коровушки и давали молочко. Запасы мясные заканчивались, и основной пищей было молоко да мучные продукты. И, конечно же, какая масленица без блинов? До сих пор главным угощением на масленицу являются блины. Здравствуйте! Добрый вечер вам, дорогие друзья! Ну вот и масленица пришла. Мы, как всегда, рады приветствовать вас в ресторане-пивоварне «Лямус». Я уверена, что сегодня наша добрая знакомая Елена привезет какой-нибудь интересный рецепт масленичных блинов. Давайте же ее встречать. Добрый вечер, Степановна. Добрый вечер, Елена. Здравствуйте, дорогие телезрители. Елена, а ты знаешь, как здоровались вот в те дни, когда масленицу справляли на деревне? Знаешь или нет? Как? Масляно вам. А ответ был: сырно вам. Сырно да масляно. Здорово. Елена, вот интересно, интуиция меня не подводит. Я думаю, что сегодня будет какой-нибудь рецепт масленичных блинов. Я угадала? Да, вы угадали. Сегодня, конечно же, как без блинов. И блины сегодня будут не простые, а с мочанкой. Ух ты, здорово, с белорусской мочанкой. Да, потому что после масленицы начинался Великий пост, и на полочине всю неделю лакомились вкусными и сытными блинами. Ну, конечно же, не только на Полочине, а во всей Белоруссии празднуют широко и ярко масленицу. Ну, что же, я думаю, нам не обойтись без кого? Без нашего Евгения, повара ресторана-пивоварни «Лямус». У него-то блины всегда быстро и ловко получаются. Приглашаем Евгения! Евгений! Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений! Какое сегодня интересное блюдо появится у нас? Ну, поскольку у нас масленичная неделя, я предлагаю сделать блины, и не простые блины, а с мочанкой. Я уверена, что у Евгения это всегда замечательно получается. Да, получится, я думаю. Так, что дальше делаем, Елен? Ну, а для приготовления этого блюда нам понадобится мука, молоко, яйца, соль, сахар, а для мочанки кусочек свинины, колбаски, лук, соль, перец, приправа для мяса, куриный бульон, у нас сегодня можно и другой бульончик, сметана и растительное масло. У нас все есть? Да, у нас все есть, и я думаю, что мы давайте начнем с мочанки, а затем уже с пылу, с жару сделаем горяченькие блины. Мочанки. И, Жень, мы так, вас попросим... каким будет задание? Да, Женя пускай порежет мяско, давайте. Потому что это мужское дело. А мы, Степан, с вами займемся колбасками. Режем их на кусочки шириной 1-1.5 сантиметра. А, хорошо. Приступим. Передавайте Елене колбаску. Давайте. Ну вот. Всем дана работа. А вы слышали, друзья мои, как наши предки говаривали? Приди масленка, каля попа буде красненько. Первый раз слышу. Вот, видите, какие мудрые наши были предки. И вообще масленица действительно красивый, яркий, красочный праздник, согласитесь. Да, очень веселый, очень сытный и обильный. Но тем временем колбаски наши уже нарезаны, и я вижу, Женя тоже уже справился со своей задачей. Так, я думаю, что можно уже вот переложить в эту тарелочку. Я передаю вам, Елена, вот это блюдо. Ох, как мы быстро справились-то с вами, ловко все получается. Ну что ж, мясная часть нашей мочанки готова для приготовления. Мяско нарезано. Так, друзья мои, а кто сегодня режет лук у нас? Ну ладно, я предлагаю, давайте поделим. Хорошо. Резать будем вместе лук.
будем плакать, спевать и смеяться, и блинами объедаться. Давайте резать лук. Так, как его нужно резать, Елена? Кубиками. Кубиками. Ну, передайте мне тоже луковичку. Так, вот как спорится у нас все. На масленицу все вместе делать нужно, я думаю, да? И петь, и плясать, и лук нарезать. Друзья мои, а как вы думаете, какое центральное магическое действо происходит на масленицу? Ну-ка, Евгений, отгадайте. Не знаю. Сжигание чучела. И после того, как чучело сжигают, значит, весна быстрее наступает. И земля оживает. Так. Ну что же, я дорезаю лучок, дорезаю. А у нас сегодня масленица, прилетела ластовица. Будем чучело сжигать и весну закликать. Вот так вот. Ну, мой лучок немножечко покрупнее, но это же не важно, я думаю, Евгений, да? Все там смешается, поджарится, подрумянится. И мочанка будет у нас замечательная. Прошу вас. Ну, все готово? Да, все готово. И мы, Женя, тоже готовы отправить вас на кухню. Так. Что, подаем бульончик, я так понимаю, да? Бульон. Да. Пожалуйста. Мука. Что еще понадобится? Давайте сметанка. Сметанка. Угу. Соль, сахар, приправа. И мука тоже, да? Угу. Мука. Ну что же, все. Отправляйтесь, Евгения, на кухню. А мы с вами, Елена, поговорим про масленицу. Как же у вас вот там на Полочине проходят вот такие праздники, скажите мне? Ну, я думаю, что, как и на всей Беларуси, очень весело, очень сытно. Народные гуляния проходят шумно, с играми, с танцами, с песнями и, конечно же, с блинами. И, конечно же, наверное, катание на санях у вас там, правда, с горки и, наверное, стенка на стенку. Все вот эти игрища, да, которые происходят и здесь у нас на Витебщине. Обязательно. Сжигание зимы – символ наступления весны – приходится на последний день масленичной недели. Ждали этого действа всегда с нетерпением. Перед началом сожжения всегда были песни, игры, пляски, хороводы, сопровождающиеся угощением горячим сбитнем, блинами и булочками-жаворонками. В качестве жертвоприношения, а именно так это и осмысливалось, изготавливали огромную смешную куклу, чучело масленицы, из соломы или тряпок, наряжали его в женскую одежду. Затем несли через всю деревню. Иногда, посадив чучело на колесо, воткнутое сверху на шест, выйдя за село, чучело либо топили в проруби, либо сжигали или просто разрывали на части, а оставшуюся солому раскидывали по полю. Иногда вместо куклы по селу возили живую масленицу, нарядно одетую девушку или женщину, старуху или даже старика. Затем под крик и улюлюканье их вывозили за село и там высаживали или вываливали в снег, проводили масленицу. Ну что, Елена, я думаю, самое время порадовать наших телезрителей какой-нибудь красивой масленичной песней. Есть у вас такая? Конечно же, у нас на Полочине много масленичных песен, и одну из них я с удовольствием спою. А мы масленку люли дожидали, а мы масленку люли дожидали, всю неделечку люли поглядали, всю неделечку люли поглядали. Мы думали, масленка люли сем неделек, аж но масленка люли сем денечков. А мы масленку люли дожидали, а мы масленку люли дожидали, всю неделечку люли поглядали, всю неделечку люли поглядали. Ну вот, с масленичной песни мы дождались Евгения. Матчаночка готова. Ой, запах-то какой. Так. Очень ароматная. Елена, матчанка. И, наверное, приступаем к блинчикам, да? Тесто делом для блинов. А у кого, как у Евгения, получится это лучше? Я думаю, что у Евгения поручим, да? Я думаю, что мы поручим Евгению сделать нам тесто для блинчиков. Давайте сделаем.
Все, тесто готово наше. Так. Да. Ну что, потом мы будем ждать блины с пылу с жару. Да. Евгений отправляется у нас на кухню, Елена. Отправляйтесь, Евгений. Мясо нарезаем мелкими кусочками. Колбасу толщиной 1-1.5 сантиметра. Обжариваем все это. Заливаем бульоном и тушим до готовности. Мелко нарезанный лук пассируем. Затем добавляем в него сметану и доводим до кипения. Примерно минут через 5 добавляем куриный бульон и снова доводим до кипения. В полученную смесь добавляем 2 ложки муки и тушим. Полученным соусом заливаем мясо и жареную колбасу и доводим мочанку до готовности. Яйца взбиваем. Затем к ним добавляем молоко и снова взбиваем. В полученную смесь добавляем муку и снова взбиваем до получения консистенции жидкой сметаны. Соль и сахар по вкусу. Можно добавить немного растительного масла. Блины выпекаем на разогретой и смазанной растительным маслом сковороде. Елена, пока Евгений печет блины, главный атрибут масленичного праздника, знаете ли вы, что каждый день был особенным на Масленицу? Да, знаю. И даже знаю, что каждый день имел свое название. Масленица – это не только блины, которые бывали в прежние времена и дома, и в гостях, и в трактире, и прямо на улице. В Масленицу долг каждого человека – помочь прогнать зиму, разбудить природу. На это и направлены все масленичные традиции. Каждый праздничный день особый, имеющий свое значение и смысл. Понедельник назывался «Встреча». В этот день полагалось устраивать и раскатывать ледяные горки. Чем дальше катятся салазки, чем громче шум и смех над горкой, тем лучше будет урожай, длиннее лен. А для того, чтобы все посаженное как следует росло, нужно качаться на качелях. Чем выше, тем лучше. Вторник – заигрыш. В этот день начинаются веселые игры, а за потеху и веселье угощают блинами. А в четверг – на разгуляй, чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивают катание на лошадях по солнышку. Главное мужское дело в самый веселый масленичный день – оборона и взятие снежного городка. Мужчины и молодые парни с азартом включались в битву, а женщины, старики и дети выступали в роли зрителей и болельщиков. В народе хорошую хозяйку хвалили и говаривали: «Жадаю тебе своего зятя такой горкой блинцов с устракати». А вот и горка блинцов. Блинчики готовы. А хорошему кулинару мужчине, знаешь, что говаривали-то? Нет. «Жадаю тебе свою тещу поважать, да частей на смачные блины запрошать». Вот так вот говорили в народе. Ну что? А Женя, посмотрите, наш какой мастер. Блины румяные, мочанка ароматная, ну и компания у нас очень приятная. Главная масленичная традиция – блины. Издревле символизируют солнце. Будучи изначально праздником языческим, Масленица славилась этим сладким атрибутом, как победой солнца над зимними ночами. Потому и масленичные танцы и игры тоже чаще всего были хороводными. В христианстве этот праздник – время примирения с ближними и прощения с усопшими перед началом Великого Поста. Потому и заканчивалась Масленица прощенным воскресеньем. Провожая Масленицу, многие рядились в шкуры животных, изображая злых духов. Жители деревни палками выгоняли их за околицу, где сжигалось и чучело масленицы. В костер бросали все, что не пригодится в новом году, освобождаясь таким образом от хлама. Ну что, Евгений? Давайте попробуем. Давайте. Ну,
Друзья мои, это действительно вкусно. Евгений, а готовите ли вы такое блюдо в ресторане пивоварни «Лямус»? Да, мы давно готовим. У нас оно называется «Мочанка панская». Мы подаем ее с дрожжевыми блинами. Ух ты, «Мочанка панская». Друзья мои, я приглашаю вас в ресторан «Лямус» попробовать множество белорусских блюд и в том числе мочанку панскую. Как приятно в уютной атмосфере, оформленной в народных традициях, посидеть с друзьями и, конечно же, провести какой-нибудь замечательный праздник или просто попробовать мочанку панскую. Мы рады пригласить вас в ресторан-пивоварню «Лямус». Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.